Сегодняшняя провокация армянской стороны стала очередным свидетельством того, что Армения не готова принимать мирные инициативы. Азербайджан об этом в интервью CBC заявил политолог Тофик Аббасов. Эксперт подчеркнул, что данная провокация является делом рук радикальных групп, нацеленных на дестабилизацию ситуации в регионе. Последняя провокация армянской стороны еще раз свидетельствует о том, что официальный Ереван не готов принимать мирные инициативы Азербайджана. И в Армении вырабатывается совершенно другая программа действий, чтобы полностью опять дестабилизировать положение в регионе и создать видимость того, что как будто бы в зоне проживания маленькой армянской общины в Карабахе не пахнет миром и стабильностью. Бесспорно, это, значит, план тех радикальных групп, которые одержимы идеей реваншизма. Но все их попытки будут, естественно, пресечены, так же, как сегодня вооруженные силы Азербайджана пресекли все эти поползновения опасные и дали снова понять, что на территории нашей республики, нашей страны действуют наши законы, и любые попытки дестабилизации будут пресечены.